Всем привет, с вами Штейн, и сегодня мы с вами поговорим о подземелье Горе Корабела. Как и всегда, обсудим механики боссов, достижения, награды и все возможные нюансы, которые помогут вам комфортно выжить в этом негостеприимном месте. Поехали! Итак, Горе Корабела — это первое подземелье нового дополнения «Растущая волна», которая отправит нас на восток Ревенспайра в лагуну, кишащую нежитью, где мы будем помогать бесстрашному капитану Заджи добывать новые чертежи для своей жемчужины. Ну, то есть для идеального когтя. Основная награда за достижение тут — это нательная раскраска «Объятья бездны», дается за ветеранское прохождение. Лицевую часть раскраски дадут просто за вход в этот данж, либо второе подземелье DLC «Коралловое гнездо». За прохождение обоих на нормале подарят сувенир-жемчужину, на ветеранке хорошую зеленую краску. Ну и конечно имеется пачка титулов. За хардмод «Горе Корабела» — «Хозяин морей». За хардмод без дополнительных бафов от местных духов — просто «Корабел». Ну и за трио — спидран, неумирайку и хардмод вместе — выдадут капера. Титулы приятные. Выглядит коротко и ёмко. По шмоту в горе фармится классический набор, 3 сета и монстр-шапка. Легкий сет проклятого бури неплохо усиливает электрические атаки, добавляя им разряд, скачущий по противникам. Средняя бодрость спригана увеличивает и восстанавливает запас сил при критах. Тяжелая приливная волна прерывающим ударом наносит урон врагам перед игроком и увеличивает получаемый ими урон на 10% на 10 секунд. Откат 15, что делает его весьма желанным в танковой сборке. Но и монстр-сет тут на зарей. Активация ульты продлевает все малые и великие негативные эффекты на противниках. Мотивов в данный момент в подземелье нет, они, как и всегда, подъедут через полгодика. Пройти подземелье в современных реалиях можно любым составом, и с хилером, и без. Но наличие хилера серьезно упростит многие моменты. Урона в данже прилетает много. Гайд снят на примере классического варианта из танка, хила и двух дамагеров. Итак, данж построен уже по устоявшейся концепции, всего 3 основных босса. Зато на каждом есть хардмод, а в самом подземелье спрятано 3 дополнительных опциональных босса, за убийство которых мы будем получать бафы, усиливающие группу. Мелочевка в данже вполне стандартная. Все, что побольше, вроде шатунов, усердно агрим, отворачиваем от группы, а активные навыки сбиваем. Отдельные неудобства доставляют мелкие белые призраки. Они не реагируют на агр и наносят постоянный урон одной выбранной цели, пока не умрут. Стоит быть внимательным и фокусировать урон на них, чтобы они не выжрали худых членов отряда. Зачистив первую деревню и добравшись до дома на холме, мы найдем дух заблудшей девы, люк за которой приведет нас к первому опциональному боссу подземелья. Заблудшая дева, хоть и довольно жирная, особой опасности не представляет. Танк отворачивает ее от группы, имеются конусы и старается не ловить лицом тяжелые атаки, только в блок. Дева будет подгаживать на арену ледяными ауешками, а в середине боя станет иммунной и разделится на 3 копии. Сливаем их по очереди и спокойно продолжаем бой. За убийство девы группа получит первый баф – ее защиту. Она увеличивает ману на 10% и дарует резервный щит от урона, срабатывающий на 10% здоровья игрока с откатом в 30 секунд. Выйдя из-под земли, буквально через пару поворотов мы упремся в первого основного босса, охраняющего деревянные ворота – бригадира Брадигана. Танк совершенно традиционно хватает босса и отворачивает от группы. Хэви-атаки бригадира довольно болючие, стараемся ловить только в блок. Периодически босс будет заряжать в сторону танка рывок с широкой зоной АУЕ. Сам рывок почти ничего не дамажит, но призывает на арену 4 тех самых призраков, моментально присасывающихся к игрокам. По одному на каждого. Танк почти не чувствует, а вот остальных кусают сильно, да еще и дебафают. Хорошим планом тут будет собраться в кучу и максимально быстро это призрачное безобразие залить. Еще периодически под боссом будет разрастаться медленный большой круг, парализующий страх.
В этот момент от босса стоит слегка отойти, ибо следом в стороны разлетится сразу 4 таких круга. Они довольно противны, ибо не только наносят много урона, а еще и оглушают и размножаются при контакте с игроком. Вы легко можете увернуться от своего круга, но влететь в другой, прилетевший вам в спину от менее проворного союзника. Оптимальный вариант уворота от механики, если не получилось пробежать в окошко между кругами, это перекат навстречу кругу в сторону босса. Таким образом, увернуться довольно легко. Несколько раз за сражение бригадир рванет в центр и превратится в колосса и плоти, которого нужно уничтожить, чтобы снова появился дух. Колосс обладает стандартным арсеналом, у него сильная тяжелая атака, после которой на земле начинает разрастаться большой ядовитый круг. Чтобы не остаться без пространства для маневра, колосса стоит водить вокруг центра арены. Осложняет процесс заливки голема наличие 4 дамажных кругов, висящих на игроках. Они постоянно наносят урон, который увеличивается, если эти круги пересекаются. Двигаться стоит очень осторожно, особенно на хардмоде. Ну и отдельной радостью сражения будут также знакомые и всеми любимые огненные маги, бегающие по арене. Им нужно сбивать огненный спам, а в идеале стягивать под босса, чтобы они вообще его не успевали делать. Хардмод активируется алтарем в углу арены и помимо увеличения урона и здоровья босса на всех фазах, добавит одну весьма неприятную механику – мину душ. Под одним из игроков, аддоны вроде Combat Alerts удобно пишут в центре экрана под каким именно, начнет разрастаться медленный круг. В него должен забежать еще один другой игрок, и тогда взрыв не убьет цель. Если забежит больше одного игрока, или вообще никто, носитель мины умрет. На стадии добивания же мина повесится сразу на 2 членов группы, и соответственно к ним в круги должны встать незараженные союзники по одному. 2 игрока с минами спасти друг друга не могут. На этой стадии лучше не умирать, а заливать босса быстро, ибо механика будет повторяться довольно часто до самой смерти бригадира. В общем же, довольно интересный бой на хардмоде, требующий слаженной работы всех членов группы. Мы же топаем дальше. Практически сразу после сражения с бригадиром за холмом можно свернуть направо и найти призрак дровосека, рубящий призрачные чурбаки на фоне маленького водопада. За этим самым водопадом тайный тоннель ко второму опциональному боссу. Лесоруб в саване, довольно жирный, но не очень опасный. У него есть тяжелая атака, которую не стоит ловить лицом, и пара призывных псов-суицидников, взрывающихся при контакте с игроками. Взрыв, впрочем, вполне терпимый. Периодически лесоруб будет разделяться на несколько копий и заливать арену фиолетовыми кругами. В этот момент каждую копию нужно прервать, после чего лесоруб вернется на арену и эпично лопнет все круги, которые копии успели накидать. Урон у них средний, но на пересечении кругов лучше не стоять. Ну и в общем-то все. Механики будут идти по кругу до стадии добивания, на которую босс призовет себе в помощь пару обычных псов. Агрим все это дело и уничтожаем. Убийство босса подарит группе второй баф Саван Лесоруба. Он увеличивает здоровье на 10% и увеличивает исходящее лечение при получении удара на половину здоровья разом. Механика звучит немного странно, но все равно приятно, запас карман не тянет. Далее возвращаемся на главную дорогу и некоторое время боремся с местной живностью во главе с шатунами, после чего оказываемся перед вторым полноценным боссом подземелья Деревяхой Назарей. И деревяха это просто трындец какая токсичная. Кроме стандартной тяжелой атаки, у нее просто неприличный арсенал вариантов засрать арену. Тут и ядовитый дождь, спамящий по всей поляне большими и маленькими кругами, и кружки поменьше, разлетающиеся в стороны, и даже круги, ползающие по арене. И, конечно, некоторое количество вредной мелочи. От всего уворачиваемся движением или блокируем, мелочь собираем под босса и льем. Отдельного внимания достойные круги с фиолетовыми вихрями, которые Назарей кидает под ноги себе. Пока босс находится в такой зоне, он не получает урон, и поэтому из этих кругов деревяху стоит оперативно выводить. Основная механика сражения – неукротимый сородич. Примерно каждую четверть здоровья босс будет топать посохом по земле, отчего по ней разлетится в стороны 3 красных всполоха. Из них появятся 3 родственные души. Да, вот так у дровишек все просто, и начнут медленно кастовать большую убийственную гадость с конусным уроном. Вполне разумно будет покинуть опасные зоны. На обычной ветеранской сложности один угол всегда остается безопасным. Но можно и просто слить души, танк не забывает резать резисты, а группа в спешке уничтожает псов.
Дальше механики будут повторяться, не попадаем в опасные зоны родственных душ, выводим босса из кругов неуязвимости и стараемся выжить в этом хаотичном бою. На хардмоде босс жирнее, сильнее, а механики усложняются. Прежде всего, на стадии с родственными душами их теперь будет не 3, а 4, и безопасной зоны на арене больше не будет. Кроме того, сами конусы станут намного больше, и убийство даже одной души группу уже не спасет. Чтобы выжить на этой механике, группе нужно разделиться и уничтожить две души, друг напротив друга. Тогда появится два небольших безопасных закутка. Души достаточно живучие, и группам с небольшим уроном стоит беречь для них ультимейты. Танку же стоит снижать резисты обоим целям. К примеру, я кидаю на одну душу могилки, а сам бегу на вторую, где полноценно режу резисты агром. Кроме усложненной механики душ, Назарей будет призывать на арену шатуна с сильными, хэви и конусными атаками. Он обязательно должен быть сагрен и залит первостепенно, ибо серьезно усложняет жизнь танку. Ну и на хардмоде на арене будет появляться много всеми любимых цветов душителей. Они неприятно плюются и всячески мешают. По возможности заливаем, но на финальной стадии боя скорее всего придется тупо выживать и терпеть. Бой, повторюсь, довольно хаотичный, но вполне проходимый даже на хардмоде. Добиваем бревнишко и топаем дальше в сторону большой запутанной пристани. Там, понаблюдав за сценкой призраков на большом корабле, мы можем заплыть за него и найти третьего опционального босса, проклятого бурей моряка. Он будет вешать на членов группы электрические круги, скакать по арене, плеваться молниями из всех отверстий и жаловаться на свою судьбу. Впрочем, вполне обоснованно, но в целом не опасно. Баф «Проклятие бури», получаемый за этот бой, увеличит группе запас сил на 10%, а также серьезно усилит тяжелые атаки, добавив им 6000 урона от молнии. Итак, полный комплект бафа собран, пора лупить последнего босса. Третий основной, и он же финальный босс, капитан Нумерил, встретит нас на большой квадратной арене. Сам по себе довольно безобидный, и из его атак реально опасаться стоит только тяжелой. Она имеет долгую заметную анимацию, а пропущенная мимо блока весело прокатит на гейзере, скорее всего в один конец к синему экрану. Еще неприятен рывок к выбранному игроку, но он довольно медленный и от него легко увернуться. Основная же борьба будет происходить с механиками второстепенными. Первая из них — фонтан. Под игроками появится несколько зон, из которых будет лупить вода, а сами зоны некоторое время будут преследовать игроков. Фонтан очень болючий, и даже в блок мне прилетало по 20 тысяч урона. Лучшим выбором будет просто убежать от зон на шифте. Бегущего игрока они обычно задеть не успевают. Перекат тоже вполне рабочий вариант. Вторая механика — волны, бегущие от края арены. Они дамажат меньше и объективно не так опасны. Но они прерывают игрока и, сделав это не вовремя, под тот же фонтан или атаку босса, вполне могут быть летальными. По сторонам стоит смотреть очень активно. Одним из неприятных моментов боя будут также утопленники, появляющиеся по краям арены на протяжении всего боя. Они не агрятся и не притягиваются, а просто стоят и зарыгивают арену ядовитыми зонами. Их надо прерывать, а в идеале уничтожать, иначе арена быстро превратится в одно большое минное поле. Делать это может один выделенный заранее ДД, ну или неплохим вариантом для танка будет водить босса по кругу от утопленника к утопленнику, чтобы группа заливала их вместе с ним. Да, урона по самому боссу будет меньше, но капитан и без того скачет по арене как в жопу ужаленный и не особо стоит в лужах игроков. Периодически капитан будет сваливать с арены и отправлять на нее могучего утопленника. Жердяя нужно сагрить и оперативно уничтожить, уворачиваясь от конусов и блокируя тяжелые атаки. Могучий утопец очень медленный, но периодически выбирает одного случайного игрока и устраивает за ним погоню. Танку стоит быть внимательным и вовремя агрить жердяя обратно. После его убийства босс вернется на арену и бой продолжится теми же циклами, пока ближе к процентам 40 здоровья босс не призовет жердяя и не спрыгнет на арену сам. Где танку придется контролировать и капитана, и утопца разом. Утопца все еще сливать стоит приоритетно, а потом спокойно добивать капитана. В общем же, бой довольно хаотичный, как и Назарей, подвижный и очень насыщен разнообразными зонами на земле. Но самое веселье, конечно же, остается на хардмод. На хардмоде капитан в два раза жирнее, а механики бьют ощутимо больнее.
Ядовитые зоны, которыми блюют утопцы, становятся больше, а кроме них появляются еще и большие лопающиеся круги. Безопасно передвигаться становится сложнее. На Хэме особенно важно вовремя прерывать и уничтожать утопцев. Тактика с вождением боссов по ним все еще весьма неплоха. Примерно на 80% капитан свалит и даст нам на растерзание могучего утопленника. У него на Хэме почти 3 миллиона здоровья, и складывается он ощутимо медленнее. На 40% здоровья босса начинается настоящая вакханалия. На арене появляется сразу два жердяя и сам босс разом. И всю оставшееся время нам придется с этим жить, не забывая выполнять и остальные механики. Хорошим вариантом тут, ну вернее даже не хорошим, а отличным, будет залить одного мегаутопца сразу, пока танк отвлекает второго и босса. Но на это нужно много урона и очень слаженная игра группы. После нескольких тестов мы пришли к выводу, что нам проще вообще не убивать жирных, а концентрировать урон на боссе. Как я уже говорил выше, могучие утопцы, за исключением своего рывка погони, о котором, кстати, предупреждает тот же Combat Alerts, очень медленные. И просто водя основного босса по кругу, можно всегда держать их подальше от себя. Танк может подагрывать это дело дальним таунтом, чтобы они сильно не разбегались, группа же концентрирует свой урон на боссе. Таким макаром, просто убегая и уворачиваясь от жирных, капитан вполне неплохо поддается уговорам свалить на пенсию. И после некоторого привыкания к местным танцам, ушатать его у вас обязательно получится. Да, все равно будет непросто, но если за прохождение усложненного режима не сгорела ни одна задница, что же это тогда за хардмод и зачем он вообще нужен? Тут всего хватает с запасом. Тоже по подземелью в целом я хочу повторить только одну мысль, которую несу уже больше года. Три основных босса и три дополнительных – оптимальный, на мой взгляд, по геймплею вариант. Он очень быстро проходится на нормале, если вас сюда закинула ежедневка, и хорошо фармится с дополнительными боссами и бафами, если вы тут за шмотом и достижениями. Со стилем и атмосферой же у разработчиков традиционно все в полном порядке. В общем, курс верный, и радует, что разработчики хотя бы тут уверенно его придерживаются уже несколько дополнений подряд. Как и всегда, настоятельно рекомендую к личному ознакомлению, с хорошим схилом за спиной и резервным огнетушителем под стулом, конечно же. Ну а на этой токсичной ноте у меня на сегодня все. Пишите, что думаете о Горе Корабела и самом дополнении в целом. Понравилось, не понравилось, или же пишите о пропущенных мной механиках и своих более удобных тактиках. Подземелье новое, и всего даже за несколько проходов, разумеется, не углядеть. Ну а сушил жердяев на арене и катался на капитанском гейзере. Для вас, как всегда, Штейн. Огромное спасибо, что смотрели это видео, кораллы уже в процессе. И, конечно же, не болейте, не скучайте, берегите себя. До скорого.